Сегодня поведаем историю о том, что в наше время даже мусорные баки полны сюрпризов. Владелец антикварного магазина в Канаде, Александр Архиболт, в отличие от своих многочисленных конкурентов, всегда скупает у бездомных людей разный ненужный на первый взгляд хлам. А порой после обработки и восстановления вещь не обретает ценности. А покупает он, потому что хочет, чтобы обездоленные люди имели хоть какие-то деньги для покупки еды. В один из дней к Александру в лавку заглянул знакомый бродяга по имени Адам. В руках он держал детскую аппликацию с изображением олененка Бэмби. Мужчина, повертев штуковину в руках, обозначил цену и вложил в ладонь Адама $20. Сначала он не придал значения покупке, но позже, закончив все дела, взял изображение и начал чистить его от налипшего мусора. Сняв рамку, под ней он обнаружил дату изготовления картины – 1937 год. Будучи профессионалом в своем деле, он понял, что в руках у него необычная вещь, и она может стоить гораздо больше той суммы, что он отдал бездомному. В ролике на YouTube он продемонстрировал покупку и спросил своих подписчиков. Выяснилось, что рисунок, ничем не выделяющийся для обычных глаз, является оригинальной раскадровкой известной студии Disney, и она была использована, когда создавался мультфильм про олененка Бэмби. Антиквар говорит: «Я просто хотел сделать для Адама доброе дело и не думал, что эта вещь может что-то стоить». Через ролик к Александру обратился человек, заинтересовавшийся аппликацией. Он предложил за изображение Бэмби сумму размером в $3700. Александр, естественно, с радостью продал картинку и решил, что должен поделиться частью суммы с парнем, принесшим картинку в его магазин. Объехав всевозможные места в городе, где обычно ютятся бездомные, он не нашел его и вернулся в лавку. Но Адам, снова накопав несколько предметов в мусорных баках, пришел к Александру сам. В тот же день, вручив $1600, владелец магазина отвез 38-летнего парня в банк и открыл ему счет. Разговорившись с ним, он выяснил, что такую жизнь бездомный мужчина проводит уже четвертый год. Будучи ранее строителем, он оказался в тяжелой ситуации, в результате чего у него отобрали дом. Жена с детьми уехала в другой город. Александр решил помочь ему и открыл счет на сайте GoFundMe. Собранных средств оказалось больше, чем достаточно. Благо, люди вошли в положение Адама и поддержали его. Как оказалось позже, прежде чем прийти в заветную лавку Александра, он заходил в другие магазины, откуда его прогоняли. Эта история больше не о найденной ценности, выброшенной кем-то от незнания ее стоимости. Антиквар в ущерб своему карману помогал и помогает людям, у которых не сложилась судьба. Подписывайтесь на наш канал и делитесь этим роликом. Пока!